Друзья, всем привет! Сегодня еще раз хочу вернуться к сигнализаторам поклевки, а именно покажу вам еще одну конструкцию вот из такой вот силиконовой трубки, с которой я уже один раз сделал вот такую вот штуковину, которая отлично себя зарекомендовала. А именно, вместо рогаточки используется проволока, цепляется колокольчик и при поклевочках он срабатывает. Но именно вот в этой конструкции есть один небольшой недостаток, то она срабатывает только на удар, а если рыба будет подтягивать леску к берегу, он будет молчать. Поэтому сейчас покажу еще проще вариант, но намного эффективнее. Я буду использовать вот такую вот силиконовую трубку, которая вот хорошо вот так вот тянется, как резина. Ну, вместо нее можно также использовать обычную мягкую изоляцию от любого провода. Главное, чтобы ее можно было одеть на любое ушко вот этой вот рогатины, чтобы она здесь сидела жестко. От края примерно отмеряем 8 сантиметров и отрезаем. Именно вот такой вот короткий кусочек нам и пригодится. Ну, дальше вот таким вот образом одеваем его на одно ушко нашей стоечки. После этого берем проволоку и с нее нужно сделать зацепчик. Отмеряем и откусываем приблизительно отрезок длиной 15 сантиметров. С одной стороны делаем вот такое вот ушко. Оно должно как раз вот влазить вот в эту вот силиконовую трубочку. Чувствительность регулируется очень легко путем большего заталкивания вот этой вот проволочки в трубочку. Чем глубже затолкали, тем она будет, вот эта конструкция, жестче. Теперь остается здесь сделать зацеп, и наш сигнализатор готов. Изгибаем вот таким вот образом проволочку, остается к нему только зацепить колокольчик. Дальше уже на рыбалке забросили удилище, подтянули леску, надеваем на этот крючок, вот таким вот образом цепляем. Все, сигнализатор заряжен. Поклевочка к берегу. Как вы видите, к берегу срабатывает, от берега точно так же. Подцепили и спокойно выуживаете. Колокольчик вам не мешает. Ну и как вы только что могли убедиться, все делается очень просто и быстро. А на этом у меня все. Всем пока. До новых интересных видео.